Прокуратура Владимира проверила соблюдение законодательства о рекламе. В итоге надзорным ведомством выявлено 11 рекламных конструкций без соответствующих разрешений, а также проведение процедуры торгов. Разрешения на их размещение просрочены более чем на 5 лет. Однако администрации города предписания владельцам внесены были лишь 8 ноября этого года. Установлено, что платежи за размещение указанных конструкций взимаются с их владельцев ежеквартально. В этой связи главе администрации областного центра внесено представление, которое находится на рассмотрении.